Шоу, чуваки. Ну что ж, вот они, 10 амулетов для элитных лизардийцев. Получилось 10. Не буду говорить, где чей амулет. Сами разберетесь. Ну, у меня есть таблица, где представлено, для кого какой амулет. Они все, видите, в соли, в воде. Но это норма. Это, короче, так надо. Они прошли активацию. Я потратил на все это дело огромное количество персональной силы. Так что реально чувствую, что прям реально устал. Если вы думаете, что это вот очень просто делать эти амулеты, то вы сильно ошибаетесь. Я реально вот сейчас чувствую себя так, как будто я просто не знаю... Огород копал, короче, хотя всего-навсего, что вот выжигал руны, ну вы поняли, да. Короче, чуваки, вот они, 10 лизардических амулетов, освещенные по всем канонам, вот, не говно какое-то, а вот сделано все канонично. Ну, единственное, у меня алтаря нормального нету, делаю все на полу, короче, вот, это самое... Возможно, что еще кто-то захочет сделать, но я не знаю, успею я уже или не успею. Там, по-моему, кто-то не успел, но, возможно, сделал. Я вообще изначально 6 амулетов заявлял, что сделаю. Ну, вот видите, сделал 10, короче. Сделал 10. Вот. И я думаю, что вот сейчас мы эти 10 амулетов потестим. Я думаю, что 10 амулетов – это довольно репрезентативная выборка получается, да? Вот, 10 человек вот получат эти амулеты, они условно бесплатные, то есть только за пересыл мне заплатили, да, вот там по 250 рублей. Вот, ну кто-то больше, кстати, скинул, спасибо тем, кто скинул больше, потому что реально в натуре я охерел этим заниматься, вот, да. Ну и вот, и посмотрим, значит, как они сработают. Создадим там в Контаче, в группе, значит, тему, где мы про эти амулеты будем... Ну, отзывы, короче, собирать про эти амулеты. Хочу сразу сказать, что они не мгновенно работают. Они, это самое, надо как... Вообще, по-хорошему... Тут у каждого амулета своя специфика, да. Давайте сразу вот скажу про несколько таких вот амулетов, которые тут самые интересные. Вот, этот амулет, он пойдет к Сагерону. Это сагероновский амулет. Он просто хочет понять, что он хочет. Вот, и найти свой, так сказать. Ну, тут, видите, руна Райдо, она же Беркана, она же Дагас. Ну, в общем... Такая штука, ее просто надо носить. Ну, не знаю, месяц, думаю, поносит и посмотрит на эффект. Но вообще, в принципе, все эти артефакты не меньше месяца надо вот носить, чтобы проверить эффект. Вот этот вот только, вот этот самый ебанутый артефакт. Человек хотел просто, чтобы был полный пиздец. Хочет духовного возвышения. Вот, и сказал, что чтобы вот прям полный пиздец хочет. Тут 5 хагалазов и вас по центру в пентаграмме, короче. Вот. Очень осторожно с вот этой штукой. Я пока ее делал, я ожог получил. Не сильный, но получил. То есть, само по себе производство. Вот я, блин, когда его держу в руке, мне аж плохо становится. Вот. То есть, вот эта вот штука очень веселая. Советую с ней поосторожнее, а то в качестве побочного эффекта и умереть можно, потому что и вас эта руна непосредственно связанная с смертью, короче, вот, еще и хагалазы вокруг, и, в общем, духовное возвышение тут может проиграться через физическую смерть запросто, так что я не знаю, нахера человек захотел вот это, но вот что захотел, то и сделал, короче. Я полностью снимаю с себя, если что, всякую ответственность за то, что с ним будет после этого артефакта. Ну вот, человек хочет. Вот. Очень советую вот как-то поосторожнее с этим изделием обращаться. Я уж не знаю, короче. Это полный пиздец. Вот. Это вот тоже полный пиздец, но менее полный пиздец. Тут тоже и вас этот. Вот.
Вот эти два артефакта, вот с ними вот следует побольше осторожности, потому что реально можно ебануться, осторожно. А со всеми остальными можно спокойно носить, хоть каждый день, хоть спать с ними, хоть что угодно. То есть они все довольно такие безопасные. Вот, ну, единственное, что вот какие вот тут относительно опасные, ну вот от этого можно немножечко так стать одержимым, одержимым сексуально, скажем так. Вот, а так все остальное, в общем-то, блядь, ничего особенного тут, ничего страшного. Ну, вот это прям вот это адская штука, короче. Это прям жопа полная. Вот. Ну вот, что еще можно об этом всем рассказать? Да, веревочки я сюда не кладу. Веревочки сами сделать у меня нету веревочек. Я сделал вот просто крепление из проволоки, но если не нравится такое крепление, можете сами переделать. Вот, и да, артефакты получились не сильно гламурные, то есть видно, что они такие примитивно топорным способом сделаны. Не сказать, что очень красивые, но они не для красоты, это следует понимать. Они для... сами понимаете, для магизма, колдунизма, вот, они вот все в соли, короче, все мокрые какие-то, но это нормально, это так и надо. Это так и надо, чуваки. Вот. В общем, ждите, я артефакты эти отправлю. Артефакты, значит, отправлю Почтой России, идти будет хер знает сколько, я не знаю, сколько они будут идти. Вот, то есть, весь этот аттракцион станет понятно... Вообще, хоть что-то по поводу этого аттракциона, только вот месяца через два как минимум. То есть, месяцы, наверное, будут идти эти артефакты, потом еще месяц их будут тестировать. Вот, ну и пожалуйста. Вот, кстати, да, я думаю, что в дальнейшем вот эта раздача халявы, с этой раздачей халявы лавочку закроем, потому что вот это чисто такие самые элитные получат, да. Вот, но я... сейчас, поделав эти артефакты, понял, что это реально не ебически тратит силу, это не ебически мощно вообще получается, вот. И, короче, такие артефакты, я думаю, что, ну вот мы подумаем с Ольгой еще, за сколько их делать, но теперь введем платную услугу, вот, изготовление персональных артефактов. Но это вот сделаны они, вот эти конкретно, они еще сделаны так вот, лишь я их делал так, чтобы чисто по-быстренькому сделать. Они из орешника сделаны. Вот, пойдем покажу, из чего они сделаны вообще. Вот. И естественно, что когда мы будем делать артефакты уже на такую, на более такую продажу, да, дорогостоящую, вот будем уже делать из более серьезного дерева. Вот у меня дуб стоит. Дуб стоит. Вот, можно прям будет сделать вот из дуба вообще очень, очень серьезный. Сам по себе дуб – это мощное магизм-колдунистическое растение. Вот. Ну, а орешник, он как бы… Ну, просто с ним проще всего работать. Он, видите, получается такими кругляшами. У меня… Я его тут нарезал. Вот. То есть, я делал, как мне проще. Вот. То есть, важно это понимать. То есть, это еще не полная мощь, не в полную мощь это все сделано, чуваки, не в полную. Вот, и кому надо сделать в полную мощь, ну, я думаю, что ну, не меньше, чем за 1000 рублей такую я штуку буду делать. Вот, и плюс ее еще будем как-то более красиво пытаться сделать, какие-нибудь там веревочки уже, ну, уже там сделаем полный, короче, комплект свистелок до перделок еще ко всему вот этому. Но я думаю, что и 1000 мало на самом деле, потому что сила реально тратится неебически. Вот, ну, о цене мы еще подумаем. Кстати, цены на гадание мы тоже решили увеличить. Вот, теперь будем гадать не меньше, чем за 300 рублей, чуваки. Потому что... гадания мы делаем тоже серьезно, и сила это все тратит очень хорошо. Вот, и по 108 рублей уже, ну, я думаю, что все уже поняли, что гадаем мы нормально. Вот, и что это, в общем-то, стоит потраченных денег. Вот, ну,
Гадание, это гадание, короче, дело такое на самом деле. Само по себе вообще гадание, это дело такое, как бы... Я уже сам лично к практике гадания отношусь уже так, что это какое-то такое, знаете, вот индульгирование, короче. Вот обычно вот обращаются за гаданием, чтобы вот поиндульгировать по большей части, типа, блядь. Вот. А так более мощно, конечно, вот с артефактами, с рунами работать, оно прям конкретно так фэншуй в жизни прокачивает. Реальность нужно не нагадывать, что будет, а программировать, я так считаю. Вот это более здравый подход. Ну, короче, вот. Да, что еще сказать, не знаю. Ладно, чуваки, до скорых встреч. На этом у меня сегодня, пожалуй, все. Гой Гай, слава Лизардии. Пока-пока.